В Германии была много раз. Но мы не встречали мест, где не можем попасть на колясках. Вот правда, если вы нам скажете, что такие есть, это нас очень удивит. Нет, я... Ну вот, первая преграда. Тут меньше 40 метров. У Анны Горчаковой из Минска врожденное повреждение позвоночника. В Германию она приехала с партнером по танцам Романом Усмановым и коллегой Олесей Олехнович. Сегодня молодые люди из Беларуси протестируют, насколько доступна для передвижения на коляске городская среда в немецком Бонне. В центре города заниженные бордюры. Подземных переходов со ступеньками нет, а наземные переходы оборудованы светофорами с датчиками. На остановке трамвая есть не только пандусы, но и рельефная разметка для слабовидящих. В Германии была много раз. Вообще мы все были много раз. Мы не встречали мест, где не можем попасть на колясках. Вот правда, если вы нам скажете, что такие есть, это нас очень удивит. На родине в Беларуси Анна и Олеся передвигаются исключительно на машине. Потому что в действительности передвигаться по городу, по стране только так возможно. То есть даже если это может быть условно одна остановка на транспорте, там 600 метров, то я могу это преодолеть на машине. Бывают ситуации, но без нее, там общественным транспортом, либо просто по улице, это нереально. Сейчас пытаются на метро делать лифты. Вот, и они их делают, но и тут же оказывается, что они сломаны, они не знают, как с этими лифтами работать, они их просто выключают, блокируют, и ты все равно и на метро тоже не воспользуешься. А вот эти пандусы, которые сбоку я видела в метро в Минске, появляются тоже... Две такие крутые рельсины, по которым ты просто убиваешься. Это опасно, для жизни, для опасно для себя и для человека, который здорово бросится помогать, тоже опасно. И вот подъезжает трамвай. Куда? Куда? Дверь, в которую должны входить пассажиры на колясках, не открывается. Однако Анна и Олеся без труда проезжают в обычную дверь. Здесь нет специальных креплений для людей на колясках. Анна держится за поручни. Не, но на самом деле опаснее стоять на тормозе. Она просто будет переворачиваться, а и здесь, если дернет, она просто откатится. На остановке трамвай подъезжает вплотную к платформе. Выйти из вагона Ане и Олесе удается без посторонней помощи. Парадокс, но за рубежом девушки ориентируются лучше, чем в Минске. Ведь ездить на общественном транспорте они могут только за границей. Я буду нажимать теперь. Но в Минске так же, правда? Хочешь перейти, нажми. Нет? Да, есть. Я видела издалека, что кто-то чего-то нажимал. Но мне действительно не доводится. Почему? Это прогулка, ты вышел, бах, в бордюр, да? Эй, кто-нибудь, помогите, помогите, все, давай, затащили на бордюр. Опять чуть прошел, опять бах, бордюр. Ну. Да. Что, совсем не гуляете по Минску? Нет. Перед тем, как пойти гулять, надо сделать большой ресерч, как пройти, как проехать, где бордюр, зайти в Google карты, посмотреть фотографии, есть ли там бордюры, ступеньки, позвонить туда, куда ты хочешь прийти, спросить, как у них с безбарьеркой. Девушки направляются к набережной Рейна. В Бонне, как и во многих других старых городах Германии, в центре во многих местах лежит брусчатка. Не, совсем неудобно. Не, коляска, конечно, едет, но это такое... Но брусчатка брусчатки рознь. Видите, как здесь она еще... Она миленькая, это получше. Относительно неплохая. Да, да. А когда она покрупнее, брусчатка, то совсем... Но еще лежит ровно. Однако на подходе к Рейну препятствие в виде крутых ступеней. Безбарьерного спуска поблизости не видно. Есть ли здесь спуск для колясочников? Вам надо обойти туда, вокруг, и там уже вы спуститесь к Рейну. Оказывается, и в Германии все не так идеально с безбарьерной средой. Объезжать нужно слишком далеко, поэтому прогулку по Рейну придется отменить. Девушки и Роман спешат в спортивный комплекс на окраине города, где проходит чемпионат мира по танцам на колясках. Нам сюда? Оль, мы заходим вот в этот автобус? Мы бежим в него? Да, здесь колясочник нарисован. Водитель автобуса обязан выйти и откинуть пандус для заезда человека с инвалидностью, если он без сопровождения. Но в данном случае Ане помог ее друг Роман. У нас тоже такие есть, да? Но это вот как бы... Единицы. Анна отмечает, что и в Беларуси инфраструктура улучшается.
Медленно, но верно, год за годом появляются у нас в стране пандусы. Город Минск, безусловно, в этом деле и лидирует. И я бы сказала так, что в центре города Минска, в зданиях реально во многих есть пандусы, понижены бордюры. Но главное, что меняется, это отношение людей. Очень сильные изменения. Не только Беларусь, и Россия, собственно, страны постсоветского пространства. Сейчас, на самом деле, уже действительно все понимают, что человеку с инвалидностью нужна помощь для того, чтобы он, хотя бы первоначальная помощь, чтобы он мог самостоятельно жить, да? То есть не отношение, давайте мы сейчас пожалеем этого человека и будем жалеть его всю жизнь, просто мы всем обеспечим, и пусть он тупо сидит дома, а уже понимает, что человеку с инвалидностью нужно учиться, нужно работать, человек с инвалидностью хочет тоже жениться, рожать детей. Проезд в общественном транспорте для людей, имеющих удостоверение о тяжелой степени инвалидности, в Германии бесплатный. Здесь ощущение такое, что ты в любой точке Германии высадился и катайся по всей Германии сколько угодно. На электричке, на автобусе, на трамвайчике. Ну, ощущение свободы реальное. Да, на стороне этого нет. Но нет у меня такого, знаете, по этому поводу негативной какой-либо эмоции. Нет, совершенно. Наверное, потому что, в принципе, я, родившись с инвалидностью, да, уже родившись парализованной, привыкла, что вся моя жизнь – это немного преодоление. Анна – четырехкратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы по танцам на колясках. В Бонн она приехала, чтобы в очередной раз отстоять звание лучшей. Да, всегда! Вместе с партнером Романом они демонстрируют различные танцы из стандартной программы. Медленный вальс. Венский вальс. Фокстрот. Квикстеп. И любимый танец Анны – танго. Всего пара исполнила в этот день 20 танцевальных номеров. Такой марафон и человеку без ограниченных физических возможностей выдержать сложно. Но Анна и Роман держатся на высоте и выходят в финал. И даже то, что неудачный маневр соперников привел к падению Анны с коляски, кажется, их ничуть не смутило. В итоге Анна и Роман заняли второе место. Для Анны это лишь стимул заниматься в следующем году еще усерднее, чтобы вернуть титул. У нее одна мечта. Вообще всю жизнь оставаться каким-либо способом в танцах.